Понедельник. Кофе. 7:30 утра. И, казалось бы, все так же по-прежнему. Только раньше день начинался с тебя. С голоса твоего. Самого нежного. Я улыбалась от каждого слова. От безумной заботы, что ты мне дарил. Как дела твои? Покушала? Снова и снова, беспокоясь, ты мне говорил. Рядом с тобой я теряла все страхи, не замечала проблем и кучу преград. Ты нежно шептал мне: «Малышка, хватит. Не люблю, когда вниз опускаешь свой взгляд». Ты подарил мне мгновение тепла, любил меня так, как никто не полюбит. Я даже представить себе не могла, что эта любовь нас когда-то погубит. Понедельник. Кофе. 7:30 утра. Все изменилось. Не станет по-прежнему. Ведь я потеряла тебя навсегда. Самого лучшего. Самого нежного.